Thank you.
что я уже трем дяденькам каким-то помахать успела в серую машину. Еще чуть-чуть бы. Я посчастливила полуторнца, пока тебя подождал. Ну. Убирай своего зайчика. А я убрала сразу. Спрашивал меня скорее. Давай уже. Всем привет! Вы скажите на канале «Наша жизнь в Америке». Не лайф, it's my life. Ну спроси меня. Ну что с экзаменом? Горжусь своей женой. Три. Возьми отъедь немножко. Ой, ну короче, день сегодня был сложный. День был очень сложный в эмоциональном плане. А вообще, я начну с Child Development, наверное, потому что по нем я узнала экзамен. Вы рассказывай сразу про экзамен. Это тот экзамен, за который мы волновались. За которым я чуть не убилась, а не волновались. Волновалась я, котик. Это тот экзамен, где блок назывался «Не хватило английского запаса», словарного запаса. В общем, сегодня у нас был бэби-день, когда мы делали... осмотр ребенка. Так это потом расскажешь. Расскажи про экзамен сначала. Ну, короче, все это закончилось, и она говорит, так как, говорит, я со своей дочкой, то пара у нас сегодня заканчивается раньше. Ребенок там уже несколько раз пытался прилечь где-нибудь на полу. А ее ребенку сколько? Год и пять. Вот. Ну, смысл не о том, она говорит, сейчас я раздам экзамены. У меня сердце такое, ага. И говорит, можете идти домой. Ну, в общем, она их не... они не в алфавитном порядке были. Я... так как до этого я пришла раньше на класс, я помогала ей расставлять столы кругом, я думаю, ну, буду расставлять столы. А сама хожу, ну, парточки двигаю, да, а нервы такие как бы берут. И тут идет, называют фамилию, имя девочки одной, ну, в общем, ну, чтобы было понятно, почему у меня вообще все упало, когда я... вообще никто ничем особо не делится. Ну, я с Сахарой, мы можем вот так вот друг другу тесты вывернуть. Ну, в общем... еще там у меня есть что в школе, подружек. Что в колледже не оглашаются оценки студентов на общее обозрение. Ну я же говорю, когда физрук нам с Сахарой зачитывал, да, мы вдвоем подошли. Он такой смотрит, типа, говорит, по одному. Я говорю, не, говорю, нам можно вдвоем. Он, типа, ну, точно нормально, что вдвоем посмотрите. Я говорю, ну, точно. Буквально вот вчера я спрашивал Антоши, как, типа, твой друг там сделал математику. Он или не знает. Кто еще как сделал. Они не знают, им раздают их листочки. И уже, может быть, в частном порядке они, возможно, могут обменяться, но это не принято. И, в общем, они не знают, у кого какой, как говорится, грейд, уровень, кто на что учится. Нет, ну, Зай, ну, опять же, я говорю, ну, вот смотри, мы с Майклом... ну, в какой-то да? очень дружной компании это и открывается. Мы немножко, опять же, с Майклом делимся какими-то, Сахарой я делюсь. Ну, в общем, и идет эта девушка, чтобы было понятно, почему у меня все уже, я думала, вообще, блин, может, бросить эти парты, бросить этот класс и уйти домой, да? Она из среднего класса американской семьи. Почему я именно так формирую? Она о себе, когда рассказывала, мы с ней на двух классах, она в другом классе о себе рассказывала, она говорила, что она middle class, типа себя причисляет к себе. Она сама себя так обозначила. Да. Она англоговорящая, она выросла в Америке. У нее муж англоговорящий. Ну, для меня, мне кажется, вообще проблем нет. Куда же быть более... да? Плюс я вижу, что она записывает, как бы, ну... я думала, что у нее как бы... вопросов быть не да, должно. Да, из 60 у нее будет 65 сделано. Ну и, значит, она, я парту ставлю так, а она мимо меня идет, и лицо у нее тоже такое огорченное. И она этим листом, ну, все обычно хлоп сложили, а она им прям как-то так чик, и я косяка бросаю, а у нее в листике, сейчас, чтобы не будет голосовно, я свой достану, да, вот как можно понять, вот здесь вот, ну, напротив неправильного ответа такая вот, ну, полосочка, типа там розовенькая она бывает, вот у нас какие-то бледно-красные, ничего не видно. В общем, и у нее через одну полосочка. И для меня это было, ну, если человек, который американец, англоговорящий, не справился, да, то я говорю, мне можно заканчивать здесь. Ну, либо остаться, только парты поправлять постоянно. И, короче, моя фамилия была предпоследняя там, по-моему, да, и она такая говорит, типа, ну, называет меня. Я шла, я спотела, да, так, как будто я там, блин, в сауну сходила, подошла к ней. И она отдает, и я смотрю, как бы,
Она, когда отдавала, тут же в свой бланк переписывала, ну, сколько у кого, да, пишет 54. Я вначале из 60. Такая, да, я такая думаю, может, у меня ошибка 54. Потом вылупилась еще раз в этот, ну, бланк этот посмотрела. Ну, я-то уже не первый раз эти бланки вижу, но счастьем накрыло, понять ситуацию не могу. Пошла. У нас же все время к ней приходит из Adult School, ну, вот как я говорила, что у них теперь они совместно сотрудничают. Короче, кому нужна дополнительная помощь по этому предмету, можно ходить по пятницам в Adult школе, брать 3 часа, тебе будут вот прям разжевывать все и там туда-сюда. Я подхожу к этой тетечке, которая не профессор, а вот сюда вот такой, говорю, типа, ты меня, говорю, извините, я тут не поняла. Она такая смотрит, поздравляю, типа, это типа, туда-сюда. Я говорю, она говорит, ну, это, говорит, нижний порог, но это Я, блин, ну, получается, красавец. Я от 90 до 100 баллов, это и у меня получается 90. Ну, я такая. Вот, ну, в общем, а почему еще была уже без настроения, еще пока начиналось, перед тем, как раздавать эти листики, она такая начала с того, что говорит, значит, я хочу всех предупредить, что вы помните, что у нас есть вот эти совместные классы, очень много, говорит, мы, говорит, открыты, чтобы вам помогать, мы понимаем, как это важно для вас, да, и говорит, просто, чтобы, типа, вы сейчас тут все не сели и не убились перед каникулами. Ну, в общем, ситуация слаживается такая, что она всем объясняет, что пользуйтесь всеми возможностями, вам предлагается помощь в колледже. Да, вам предлагается помощь в колледже, вам предлагается помощь в Адалску. Есть в рейтинг-центр, где могут помогать писать работу. Говорит, типа, в райтинг, ходите, типа, про... Ну, она такое внушение провела, я говорю, я вообще думала, что там уже, ну, все. Ну, и потом, когда я к ней подходила еще именно к профессору по вопросу, ну, вот этого бэби дня, она такая, я тебя поздравляю, говорит, ну вот, говорит, а ты волновалась, ну я же на первом занятии сказала, что я боюсь, что для меня барьером в получении этой профессии может стать то, что английский для меня второй язык. Говорит, ну вот, а ты волновалась, типа, продолжай, говорит, да, все, я, спасибо, спасибо, и поскакала. Вот. Молодец. Да сейчас едет сейчас... за мороженым. Что-то у нас котик теперь мороженое, расстроились мороженое. Скоро мы так смороженимся. Обрадовались мороженое, да? Бэби-день этот прошел. Тоже я так волновалась, я так боялась. Но, в общем, прошло достаточно все. Достаточно. Я вчера с Сашей просто очень много времени проделала. Прошло все хорошо. Достаточно. Приходит... Ну, в общем, она сказала, что реакцию на незнакомца я хочу, чтобы вы записали за каждым ребенком, потому что, говорит... Ну вдруг вы еще не определились, кто вам нравится, кого вы будете типа обследовать. А сколько детей было? 5. В общем, она представляет ребенка, а я думаю, я про всех, ну, с большего набросаю. Мало ли я резко поменяюсь, да? Подожди, откуда эти дети взялись? Кто эти волонтеры? Любого человека, вот если бы у нас. Кто их привел? Ну вот у меня, допустим, есть подружка с ребенком, да? Я попросила, Маша, пожалуйста, попросила, они пришли. Одна девочка была сестрой моей одноклассницы. Другая знакомая. Третью попросила учительница. Это, ну, короче, вот так вот, это сборная. Как бы. Ну, если бы у нас был ребенок, наш общий, да? Ну, в смысле... Как сказать, наш ребенок. Я могла принести своего ребенка, но при условии, что с ним придет кто-то, кто старше 18 лет, кто легально за ним может смотреть. Ага. Потому что она говорит, ты не можешь и со своим ребенком быть, и писать одновременно. Мне просто вот интересно, вот эти люди, вот они просто взяли их, попросили, вот им нечего делать, они пошли со своими детьми в этот колледж. Так вот, одна пришла с 2 детьми, да? Но я-то за всеми решила записать. И учительница себя ведет так, как будто надо. Я выбросила мальчика, он такой вот как-то мне так хлоп и глянулся. И она потом говорит, правда, говорит, вот этого, говорит, не надо выбирать, потому что ему уже 2 года и сколько-то месяцев. Он, говорит, просто с братиком пришел. Я думаю, тьфу. А потом, как я выбрала себе ребенка, да? Я так посмотрела, все дети плакали, когда она на руки брала, типа, и не хотели с ней идти. Свою дочку она давала другому человеку на руки, чтобы мы, ну, могли оценить, как с незнакомцем, да. А этот малыш не стал плакать, он улыбался всем, я думаю, какой хороший мальчик, вот такого мальчика всем, да. И думаю, буду про него писать.
Ну и все, и там я уже конспектировал, взял зеленую погремушку, бросил зеленую погремушку, взял желтую, желтую взял левой рукой, но когда предложили зеленую, предпочтение отдал зеленой. И в общем, пишешь вот так вот, какой-то этот бред. Разрешила писать она мне и еще одной девушке на своем языке, делать заметки, да. У девушки, у той арабской, она сказала, мне проще записывать на арабском. Но она хочет, чтобы мы к этой работе свои заметки присоединили, от руки их дома на английский надо переписать. Но приложить и русский вариант, и английский. На всякий случай. На всякий случай. Ну, вернемся с мороженым. Да. Погнали. Что красивое? Почему это красивое? Какие-то подушечки. Не, а что за праздник? Я думаю, это к Пасхе. К Пасхе? Так, ну мы идем что? За мороженым. Вот мороженый отдел. Да. Вот это. А куда еще пойдем? Ну, куда мы пойдем, мороженое возьмем, поедем домой. Так, сегодня мы не промахнемся в мороженое, а сразу зайдем в нужный отдел. Это вот сюда. Так. Короче, я детей опросил, они готовы к белому. Или ты другое хочешь? Давай, давай. Ну просто разница. Вот эти мы почему говорим, вот эти вот баночки на семью покупать это одноразовые. Сегодня. Как обычно, ванильный это берем. Подожди, а посмотри, еще одна ванила какая-то. Но мы брали зеленую. Ну такое берем обычно. А чем отличается? Ну фирма такая. Ну две банки в холодильник не войдут у нас. Нет, конечно, за это в морозилке. Значит, сегодня мы по-простому берем ванилу. Вот такую она стоит 5,97. Такое вот ведерко. Короче, дома его посмотрим и привяжем. Так. А еще у нас спрашивали, типа, здоровая бадья или ведро. Ну, здесь такой нету. Я так понимаю, мы, наверное, не показали цену вот на эту, да. Но это большая. Здесь у нас получается 4 литра 250 грамм. Но у нас спрашивали именно за этот влог, когда мы тебе покупали. Просто есть ведро еще больше, чем это. Сколько оно там? Не знаю, может, вообще литров на 8. Пойдем посмотрим, может быть, есть батончик этот, ну как мы любим, с чесночной пастой, да. Ну ладно. А вот торт мороженое, класс. Смотри, какая красота. И тоже ванильный. Я знаю, когда мы его будем есть. На праздник. На какой же праздник мы его будем есть? На очень скорый. Так, ну все, мы пойдем сейчас еще посмотрим еще что-нибудь и продолжим. Вот мы купили мороженое и купили чесночный батончик. Итого вот столько. Окей. Так, это будет маленькая распаковка внутри студенческого влога. Смотрим, что у нас в мороженом. В мороженом у нас, вы видите, что... Вот у нас что? В нем даже витамины есть. А вот его ингредиенты. Так что мороженое есть вкусно, полезно, нужно постоянно. Так, это мы посмотрели. Ну все. Вес я вам показывал. Возможно, у него срок годности есть, но я думаю, что у него хороший срок годности. Ну да, вон там. Где? Да. А, вот, нарыли срок годности. Так. До 29 июля 2020 года. Я думаю, успеем. Так. И вот теперь вот такие вот замечательные... Зайка, его открыть надо показать. Батончики. Ну, сначала его надо здесь показать. Так, вес у него 490 грамм. Вот, значит... Вот что у него написано, почитайте. Но он вкусный. Сейчас, подожди, дай, надо что-то. Надо... Хотят же знать люди поближе, так сказать, познакомиться. Вот так. Serving size. 1/10. Я думаю, что... Ну, я не знаю, сколько я съем. Он вкусный. Его надо есть, пока не наешься. Это, блин, просто классно. Иногда Маришка делает сама такую чесночную пасту. Вот, у нас ее Катаринка очень любит. Но всякие подделки домашние, конечно, некоторые вещи можно уметь вкусно готовить. Но сделать
макдональдский бургер, или сделать картофельный салат, или сделать этот батон. Это, можно сказать, подделка, сделана у Польши, как говорит Лукашенко. А, ну да, еще откроем и покажем, да? Давай. Так неси тарелочку. Принеси. Так, тарелочку. Досочку? А, досочку. Несем досочку. А, так и ножик тогда надо. Короче, Сережка, это вот... тебе как его резать? Вдоль... Да что мне его резать? Мне его ложи в печку. Так, сейчас нож возьму. Короче, вот это вдоль разрезанный батон. Ну, просто могу показать. К сожалению, запах не передается. Ну, вот запах такая потрясающий, вот достичь. Чесночная паста, масло там, в общем, ингредиенты вы видели. И вот так вот я его как-то вот так вот раз, и в нашу ты печку тостер вложу. Не стесняйся. И все. Ну все, это был такой маленький обзор. Всем хорошего и приятного настроения, аппетита. Поехали. Мороженое закуплено, батоны чесночные закуплены. Сейчас у нас... Намазать мороженое чесночное. Да, и молоком запить, и завтра в школу не пойдем. Вот, поэтому сейчас будет у нас такой... Вот такой будет ужин. У меня, по крайней мере, будет батон с кофе. Я его разогрею в нашей печке-тостере. Он такой будет хрустящий. Он будет пахнуть на весь дом. Это будет бриллиантабл. А потом я это все еще отполирую мороженым. Дети, значит, сейчас, получается, пообедают после школы мороженым. Да, ну это не обед, а перекус какой-то. Ну это, короче, как-то так. Ну просто людям интересно, спрашивают. А потом они что будут есть? Котлеты, гречку и овощи на пару. А кто-то, может, даже еще и красный борщ съест. Кстати, спасибо всем за комментарии по красному борщу. Вот, и, в общем... У нас были предположения такие, они подтвердились. Очень приятно было, что очень многие прокомментировали эту ситуацию. Очень так, ну, прямо каждый хотел рассказать и поделиться. И самое главное, что в принципе все комментарии сошлись к одному и тому же, что борщ это не суп, это отдельная еда, которая как бы, ну это вот как и драники в Беларуси. То есть говорят, мы кушали жареную картошку, мы кушали вареную картошку, мы кушали, там, например, толченую картошку и даже картошку фри. А драники не говорят, что мы ели оладьи из картошки, да, правильно? Ну, конечно. Мы ели драники. Вот, то есть так и борщ. Он стоит, супы себе, борщи себе, как написала одна женщина, по-моему, что... Для моих детей, по-моему, она написала: борщ это борщ, а супы это так себе, типа. Вот. Так что всем спасибо. Все продолжают слушать студента. Ну, в общем, день, когда мне нужно будет сдавать эту работу о осмотре малыша, это 1 мая, и к нему мне надо вот свои эти записки русские перевести на английский день. Написать от руки, она говорит, печатать не нужно, от руки напиши. А все остальное нужно печатать, там вот такая вот инструкция, как эту работу сделать. Малыш очень милый, он занимался сам собой, особо не взаимодействовал с окружающими. Немножко он с бабушкой тусил, бабушка приезжала с ним. Ну что еще сказать из такого интересного? То, что вот проверяли его, ну не именно его рефлексы, а группы детей. В один момент она сказала ключевое это слово и начала, ну, чтобы мы были внимательны. Вот, и начала стучать в барабан. Плакать никто не стал, дети просто повернулись, кто-то немножко испуганный был, посмотрели. Он повернулся, но через пару минут, секунд буквально, когда она продолжала это делать, он занялся опять своими делами. Второй раз... Проходит какое-то время, она говорит другое кодовое слово, повторяет это же действие, да. Он опять оборачивается. На третий раз он с нее засмеялся, когда она стала это делать. Тоже там минут 20. Когда она уже своим барабаном успокоилась. Минут 20 прошло, и она стала ударять, и он заулыбался. Так, ну не засмеялся прям в голос, ха-ха-ха, да, а заулыбался с этого. Было интересно.
конце каждому малышу подарили по подарочку, мы поблагодарили, что они приходили, поблагодарили взрослых, что они потратили на нас свое время. А расскажи, как оцениваться будет, что ты вот рассказывал мне, что надо мало того, что написать, так еще самому себя оценить и чуть ли оценку в табель не поставить. Да, в конце, после того, как ты напишешь всю работу, работа большая, нужно быть и креативным, как ты можешь, она написала. Но там очень подробная инструкция на 7 листов, как эта работа должна выглядеть. Опять же, она говорит, что вы не забывайте, что вы уже, типа, что это уровень колледжа, что никаких там ребенок, никаких бэби, типа, не должно быть. Это должно быть уже выглядеть как нормальная профессиональная работа. Вот. И в конце будет бумага, в которой уже она есть у меня. Нужно написать на какие-то вопросы, как ты себя чувствовал во время этого осмотра, как ты оцениваешь себя как профессионала. И там 7 таких вопросов на всякие такие заковыристые вопросы, как я их... Я не люблю о себе вот писать, как я себя считаю как профессионал. Да никак я себя пока не считаю. А в конце, как ты думаешь, сколько из 50% за это самое больше можно получить 50%? Сколько ты получаешь и почему ты считаешь, что ты получишь 50? Или, допустим, из 50 40, потому что, ну, там я поленился, допустим, и не написал что-то, или 50, потому что я лучший, да? И там вот столько места, не надо просто написать 50, потому что я сделал все по инструкции, 50, потому что я, и коротенько на параграф о том, как хорошо ты работаешь, как много и хорошо ты работаешь. Вот так. Ну, а что-то где? Ой, ну сегодня мы с Сахарой болтали. В понедельник моей подружки не было со мной в классе на физре, как я ее называю, потому что у них случилась неприятность, у их знакомых умер сын в 22 года. Умер он, короче, кот, надо все эти, блин, смотреть, что приходят на телефон, что, какие продукты покупать нельзя, чего кушать нельзя. Умер он почему? Он 3 недели лежал в госпитале, они где-то покушали в кафе, их была компания из молодых парней 3 или 4, и, в общем, 2 из них попали в госпиталь с инфекцией, и вот его не спасли. 3 недели боролись за его жизнь. Вот она вчера была на похоронах, сегодня она была очень сильно огорченная. Ну, в общем, ей сегодня не хотелось особо так. Она просто потом... А, физрук вообще красавчик. Мы пришли в класс, он сказал, говорит, ну, у кого, если есть какие работы по делу для других классов, делайте. Кому надо, допустим, идти там в студент-центр, еще куда-то идите. Я тут занят, типа, своими делами. Ну, мы с ней сидели, вот немножко поболтали. Потом она спросила, говорит, ей в час сегодня нужно было сочинение сдавать. Она говорит, проверь мне сочинение. Я говорю, Сахара, просто она, ну, короче, я уже закончила English Second Language, она еще не закончила, она на последнем. Я говорю, ты нашла кого помощи, я говорю, попросить-то? Надо внести маленькую поправочку, что почти 5 лет назад Марина с этой девушкой пыталась разговаривать на пальцах в парке, да, когда забирали детей из школы. Это моя лучшая подружка. Это первая подружка, и с которой вы учились как бы разговаривать, правильно получается? Да, когда у нас разговор, она сама подошла, как бы, ну, предложила свою дружбу, стала пытаться меня разговорить, потому что достаточно, ну, небольшой период времени в мамском коллективе я занимала позицию, что всем привет, и я тихонько стояла, ну, в мамском коллективе, я имею в виду в нашем парке возле школы, обычно после уроков все собираются. И я со всеми типа поздоровалась и тихонько отползала куда-нибудь, потому что я не, ну, я стеснялась пытаться разговаривать, а она меня... Ну, ты тогда даже и не могла я там не много могла, чего-то... Ну, я могла сказать привет и дальше даже стоять, стесняться, улыбаться. А она меня вот решила взять, так сказать, под шефство. Она все время лезла ко мне с разговорами. Наши разговоры, наверное, 5 месяцев были такие. Привет, привет, как дела, как дела? Как дети? Нормально. И вот мы по кругу это гоняли, пока я уже, блин, не рапортовала при виде ее, как у меня дела. Вот, ну и мы как бы, в общем, мы сдружились очень сильно. Что еще я могу сказать? А, так она меня попросила, проверь сочинение. Я говорю, слушай, я нашла, говорю, помощь. Говорю, слушай, я говорю, пошли к физруку, пускай он проверит. Физрук вылупился на нас так же. Типа, нашли у кого спросить.
идите. Ну что, он проверить не может, что ли? Он говорит, не, говорит, типа, ну а что, если, говорит, я плохо проверю, говорит, не, говорит, идите, идите, говорит, вот в этот центр, который помогает с письмом у кого-то. Говорит, хотите, я за вас поприседаю. Он говорит, идите, говорит, там, говорит, есть, он назвал фамилию, говорит, она, говорит, очень хорошая, она, говорит, не только смотрит, чтобы содержание сочинения было выдержано, все эти рамки, она, говорит, она еще и ошибки исправляет, говорит, туда. Ну и, в общем, она ушла, я осталась одна, посидела, думаю, ничего, буду сидеть у физрука просиживать. Я говорю, я пошла, говорю, тогда готовиться к следующему уроку, у меня серьезный. Но он говорит, все. Да, я тебя перебью. Кто смотрел прошлый влог, видел вот с этой тахтой, стояла еще, стоял каркас для такой, как бы, тахты кровати. И вот кожаная эта драная осталась, а тот матрасик уже ушел, кто-то забрал этот каркас себе и будет его каркасить. Ну, давай. Ну, и я говорю, я тогда пошла. Ну, он все говорит, хороших, типа, каникул, пока-пока. И я пришла раньше, получается, уже пришла профессор со своей девочкой, с ребенком, еще одна девчонка была. И она говорит, давайте-то, говорит, ну, раз мы уж собрались, тут, говорит, может, класс подготовим, чтобы, ну, не тратить время, потому что дети, ну, чтобы малыши не ждали, потому что они же тоже устают от этого. Ну, конечно. Много людей всякие эти к ним, ну, все там чего-то от них хотят. Мы подготовили класс, потом она попросила сходить на парковку, передать билеты, ну, чтобы вот родители, которые приехали, да, на, у них же нету, вот как у меня, студенческого этого, чтобы, ну, общем, они, чтобы платили они не платили за стоянку. Да, встретили родителей, ну и все. А училка по феминизму сегодня нашу компанию подколола. Мы сидим, я же говорю, что мы тоже уже на феминизме, у нас тоже сложился коллектив из трех девочек. Ну и одна сегодня принесла коробочку с орехами в шоколаде. Ну и мы, значит, сидим, когда она сказала, что вот сейчас там у вас между собой, она дала вопрос, какой обсуждать. Ну и мы сидим, значит, потихо тягаем эти конфеты в шоколаде, болтаем. Плавно мы, конечно, уже съехали с того, о чем нужно о чем разговаривать нужно, все. А разговаривали мы опять о жирофобии, о бодипозитиве, о еще о чем-то. О диетах что-то. Но я забыла, честно говоря, ответить, о чем мы разговаривали. Ну и она, короче, подошла, самовольно угостилась конфетами и сказала, говорит, как я понимаю, вы сейчас обсуждаете бодипозитив. Ну, просто как-то так попало, что мы сидели, коробка, ну, действительно такая, ну, большеватая, и мы сидим точим и болтаем. Я говорю, ну, мы вообще фатфобию обсуждаем. Она спросила наше мнение на эту тему. Ну и все, и тоже как бы в конце она пожелала всем хорошо закончить свою работу, потому что в это воскресенье в 11 часов 59 минут последний шанс опубликовать эту работу. Пожелала всем успешно. Которая у тебя уже готова. Да, у меня готова успешно всем справиться и хорошую карьеру. И ты не спешишь ее опубликовать, потому что... Вот я у нее не знаю, это сработает или нет, но сначала development я поняла, что работу нужно опубликовывать. Не надо спешить. Да, потому что чтобы получить букву, что-то новое тяжело. Ты не искал, не придирался. Да. Поэтому. Просто обычно я не оставляю на последний день. Я всегда делаю всегда все вовремя или заранее даже. И я опубликовала сначала development такую работу на 6 дней раньше, чем в последний день. Ну, в общем, она ее проверила очень. Прям набьяна мне. Да, у меня бипа. Ну и все. Всем а счастливых все? Каникул, всем каникул. Так ты ж все уже? Все. Сейчас у меня опять не будет времени. Ничего. Ну тогда вы были на канале. Собственно весело, тебе понравится. Вы были на канале. Вы были на канале, у нас уничтожили. Не лайк, it's my life. Все, каникулы, всем хорошего настроения. А мы вам позже расскажем, куда мы собрались на каникулы. Бай-бай. Пока-пока. Пока-пока.